Привет-привет! Меня зовут Алена, и вот знаете, в последнее время я очень сильно помешалась на поиске качественной, но бюджетной косметики. По вашим рекомендациям я стала слегка отходить от китайского сайта AliExpress. И, конечно же, с головой углубилась на изучение ассортимента в интернете. Я была приятно удивлена. Половину брендов я вообще слышала впервые, но вторая половина была мной благополучно забыта лет 10 назад. И вот, в один из вечеров я случайно попала на сайт Faberlic. Первое, что я заметила, это, конечно же, цены. Они приятно низкие. И раньше я понятия не имела, что у Faberlic есть линия одежды, линия средств для дома, какие-то свечечки, декор и так далее. В общем, сегодня мы вместе с вами будем распаковывать мой первый заказ из сайта Faberlic. Вот так вот выглядит сама коробочка. Она мне пришла довольно быстро, меньше чем за неделю я получила ее в пункте выдачи. В общем, давайте открывать, смотреть, что здесь. И первое, что мне попадается на глаза, это продукты, которые мне прям крайне необходимы. Я думаю, вы знаете из моих влогов, что я недавно сама себе осветлила и затонировала волосы. Опыт был, наверное, не совсем удачен, но, можно сказать, интересен. Проблема в том, что, мне кажется, мои волосы не были готовы к таким кардинальным изменениям. Поэтому я сейчас их все чаще балую масками, бальзамами, которые оставляют минимум на 20 минут для такого глубокого увлажнения. На сайте Faberlic я нашла их новую линейку по уходу за волосами с активным гиалуроном. Это шампунь уплотняющий для лишенных густоты истонченных волос и той же линейки маска. Пахнет довольно стандартным уходом. Конечно же, это мы все протестируем. Я о своем мнении расскажу, наверное, уже в покупках. Следующее, что прям сильно привлекло мое внимание, это вот такой вот наборчик подарочный, который называется «Зима». Мне кажется, на новогодние праздники это прям идеальный подарок. Он уже упакован, выглядит красиво, по-зимнему. Я, конечно же, это подарю своей маме. В комплекте у нас защитный крем для лица с экстрактом клюквы, крем для рук и бальзам для губ. У них там есть еще такая черная линейка. Ну, честно, я взяла из-за упаковки. Ну, посмотрите, это, по-моему, вообще идеально. Так как на улице зима, и как по мне, это идеально время для такого домашнего спа, я решила купить себе носочки для экспресс-маникюра. Никогда подобным еще не пользовалась. В составе масло шеи, гиалуроновая кислота и масло шиповника. Как это работает? На чистые ножки надеваем носочки. Оставляем на 15-20 минут, снимаем, и у вас ухоженные пяточки, увлажненная кутикула и напитанная кожа ног. Буду пробовать, скорее всего, расскажу вам о результатах во влогах. Я уже вторую неделю хожу без гель-лака. Сейчас активно ухаживаю за ногтями. Каждых 3 дня делаю себе масляные ванночки. Ну, не знаю, у меня после гель-лака практически всегда истончаются ногти. Они прям такие гнутся, да, когда на них сильно надавливаешь. А для такого экспресс-восстановления я решила заказать себе вот такое вот кальциевое молочко для ногтей. Не знала вообще о его существовании ранее. Прям увидела и поняла, что мне это необходимо. Я, честно, фанат всяких лечебных лаков. Я видела, как они работают. Это намного быстрее, чем вот эти вот все масочки, уходы и так далее. И действительно, ногти как будто пропитываются им и начинают расти более плотными, такими здоровыми. До этого брала только умную эмаль. Посмотрим, как это будет работать. Ну что, переходим к декоративной косметике. И эту палетку, мне кажется, я хотела больше всего. Это коллаборация Марии Вэй и Faberlic. Палетка называется Amazing Eyes, и я о ней прям очень долго мечтала. И наконец-то мне дошли руки это все заказать. Палетка в таком вот добротном металлическом корпусе. Посмотрим. Здесь у нас довольно крупное зеркало. Я закрою, чтобы вас не засветить. И вот такие вот оттеночки. Очень нейтральные, мне кажется, это такой вариант на каждый день. Я здесь вижу один матовый и все остальные шиммерные и сатиновые оттенки. Здесь еще есть спонж для нанесения, которым я никогда не пользуюсь. В общем, я сейчас вам покажу сводчи такие на скорую руку. Если захотите, чтобы я попробовала сделать с этим макияж, обязательно пишите мне в комментариях. Я бы с удовольствием, вот честно. И еще на сайте мне прям дико понравилась вот такая вот штучка. Это называется средство для макияжа глаз, губ и щек.
Unicorn, наверное, вот так это читается. Выпускается в 3 оттенках, я взяла какой-то клубничный. Честно, очень сильно подкупил внешний вид, но, по-моему, это просто гениально. Пахнет вроде бы ничем, вот так выглядит сама помадка. Значит, мы ее можем использовать на глаза, как тени, можем растушевывать на щечки и промакивать себе губы, чтобы делать такой легкий оттенок. Ой, прям на ощупь похоже на гигиеническую помаду, цвет очень красивый, я рада, что я с ним угадала. Жаль, что у меня сейчас накрашены губы, но я думаю, мы будем тестировать это все вместе с палеткой. Конечно же, если вы этого захотите. В каждый заказ Faberlic кладет здоровенный каталог. Я еще полистаю, посмотрю, может, вдохновлюсь каким-нибудь макияжиком. Ну и здесь всякие чеки, листовки какие-то и так далее. На этом все. Вот такая вот распаковка была у меня на этот раз. Надеюсь, вам понравится это видео. Все ссылки, названия, как всегда, оставляю внизу в инфобоксе. Пишите мне в комментариях, когда вы в последний раз пользовались косметикой Faberlic и что бы вы мне посоветовали хорошенького там купить. На этом все. Вам огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую и пока.